Всем привет, с вами Нью и Зецу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас, господи, Хогвартс Легаси. Всем привет, да, я думаю, надо Вингардиум Левиоса уже и пробовать. Мне вот все очень интересно, я себя кину сейчас Тентакула, как я и сказал в конце серии. Что-то произойдет? Ну, ты кинь хоть в ученика какого-то. О, выполнил. А выполнил? А как нам раздобыть Мандрагору? А вот это уже интересный вопрос, вот она. У кого купить ее надо? Ну, Тимофилу и Поганке, это начал в город езжать. Да, это в Хогвартсе надо. Так. Слядкое королевство. Нет, они-то в серединке были. Приблизь, что ли? Калифа-хохолок. Вот они, что-то они. А, наоборот. Ривелио. Блин, какой милый городочек. Я бы жила в таком городочке. В каком Хогсмиде-то? Да, ну, если там магия есть, конечно, можно жить. Там никто ничего не делает. Началось. Там никто ничего не делает. Мы маглы. Но само тянется. Отправляетесь на поиски новых приключений? Да, господи, вы что тут все заговорили-то? Что-то рассказывают. Может, полететь? Без тебя летать. Иди сюда! Мандар, еще. Они так тихонечко используют заглавную тему из Гарри Поттера. Очень, чуть-чуть. Очень медленно так. Да-да-да-да-да. Испалено. Кусочечками. Здорово. Какое пугало. Тун-тун-тун-тун. Нам надо Мандрагору. Йо, чё? Это что? А, господи. Я не курица. Куропатки какие-то, блин. Шмах, какой звук. Ох. Бах. Кто-то выращивал, старался. А кто-то... Сучка последняя. Ну, ничего. Ничего страшного, она такая. Я вон вижу, он там летает. Кого ей бегать, блин, в пальто драконе? Иди сюда! Опа-на! Малыш, прости нас. Опа! Бедняга. Он каждый раз такой отчаянный. Ну, ты сижу. Сразу заскулил. Он потерял нажитое. Он так старался. О, там что-то есть? Сундук. Тот же такой же. Нет? Нет, такая же. А, давай, кстати, переоденемся быстро. Ну, давай. Не переоденемся, в плане, а заменим на более сильные вещи. Так, ну тут никак не заменить. А, нужно открывать, да? Угу. Ну, сходим тогда. Что это? Ничего не делай. Костюмчик неплохо выглядит, кстати. Отлично выглядит костюмчик. А так оставь. Ну ладно. Так, ну все. Гоните нам Мандрагору. Мандрагорки мне. Показать вам товары, что скажете? Ну, как бы, да. А, они типа один раз покупаешь, они навсегда. Семена-то? Понял, да. О, меня всегда радует, когда юные ученики выбирают товар с умом. Вы далеко пойдете. Что такое предмет для выручая комнаты? С вами, удобрение. Вижу, нужно считаться, да? Всех гоблинов по округе распугали. Какой у нее голод. Она такая, да, такая. Можете оставить свои вещи у меня, но я их продам. Деньгами поделюсь. Беатриса Зелень. Почему не Укроп? Прикинь, такая прикольная фамилия. Беатриса Укроп. Непременно заходите еще.
Не-не, не зайдем. Господи, она как будто накурилась чего-то. Так, включаем Мандрагору, но давно против нескольких врагов одновременно ее использовать. Угу. Ну, пойдем надо искать. Надо против кучки врагов. И можем по карте посмотреть, там обычно видно. Ну, это понятно, что их видно. Где-нибудь запретном лесу-то полюбас, кстати, есть народ. Так, ладно. Запретный лес. Да-да-да. Он вот слева, вот ниже. Вот это. Надо открыть там, кстати, какую-то пещеру-собирательницу. Пещера-собирательница, да. Надо хоть на Вингардиум Левиоса сходить и потренироваться. Да, конечно. Что-то... А, тут что-то шумят. Сука, они такие забавные. Тут летать же можно. Ну, можно, конечно. Пока не услышим, как кто-то пиздится. О. Чё это такое опять? Опять эти странные... Кого они, враги? Или это пушишки? Мы, кстати, как-то видели пушишек издалека. Вон там где-то, да. Не надо сматывать, надо глухануть их один разок и сматывать. Чего? Всех уже давно в живых не было, если бы я за вами не приглядывал. Ладно. Атего! Все задания выполнены. Валим! Сука, котёныш такой подбежал, такой вытащил эту дрянь орущую. Все глуханулись. Все такие, чё, блядь? Нормально, я считаю. Все. Смылись. Но. Все. Окей. Ну так-то это мощное оружие. А чё такое Q? Не знаю, что такое Q. Тыкай. А. А! Инструкция. Допустим. Так, значит, сейчас нам нужно будет поспать. Ну, поспать мы сейчас вон идем туда он. Ой, подожди, а мы не в том зале, где был фонтан с русалками? Вот это не фонтан, это он? Нет, это с единорожкой. Нет, с русалками. А, вот ну они. Да, вон он. Не сидят тут девчули-то? Нет. Ой, это что такое? Не знаю. А что это? Ой, зажигай. Ну ладно. Неплохо. А это что такое? А, это Лохомора. Да когда дадут-то? Да я не знаю, Лохомора, походу, это самое... Это... Блять. Изучалось да, в первом же фильме, а здесь это Лохомора, это все. Там нет, ее знала Гермиона, потому что она зазнайка. Так. Мой бадьян. Окей. Ривель. А что она там ночью делает? О, чеснок. Профессор, а как вы стали преподавателем травологии? Мне приятно, что вы спросили. Я всегда любила растения, так что для меня это, по сути, работа мечты. После обучения меня попросили... Временно занять место профессора травологии, с которым приключился несчастный случай. Надо же. Сочувствую, но вам в некотором роде повезло. Ну да. Он никогда не питал к растениям искренней любви. И они это чувствовали. Вы не представляете, насколько растения чуткие. В общем, все началось, когда он начал рубить волшебную рябину.
К несчастью, в ее листве прятался лукатрус. Если помните, это чудесное создание, похожее на веточки. Не знаю таких. Так вот, да-да-да. Лукатрус яростно ткнул профессора в глаза. Ох, представляю, как он перепугался. Ну и профессор наверняка тоже. Тогда вы стали новым профессором травологии. Ну, не совсем. Спустя 3 недели в больнице Святого Мунга к нему вернулось зрение, хоть и не в полной мере. Однако он настоял на том, чтобы продолжить работать. А еще через неделю он пнул китайскую жующую капусту. Дурак. Он говорит, что просто об нее споткнулся. В общем, в Мунга ему пришлось вернуться. Ну, это почти смешно. Надо же, как ему не повезло. Мне, конечно, было его очень жаль. Правда, честно говоря, капусту мне было жаль гораздо больше. Когда его выписали из больницы, он окончательно утерял хоть какой-либо интерес к растениям. Пытаясь справиться с особо буйной и ядовитой тентакулой, он вышел из себя и... Что ж, словом, взятый им отпуск за свой счет тянется до сих пор. А ну, в принципе. Окей. Мне хорошо, что я так ушел. Ну да. Так славно, что в итоге именно вы стали профессором травологии. Очень приятно это слышать. Я нежно люблю здешние сады, и мне нравится помогать ученикам расти. Ах, была рада поболтать. Хорошего дня. И подожди-ка. Помните, уважайте волшебную рябину. Поняли, да-да-да. А подожди, я не понял, а Вингардиум? А какой Вингардиум? Ночь на дворе. Ляг. Окей. А, вот здесь поспать у входа надо. А, я понял. Все, я тебя услышал. Сейчас дреманем маленько тут у входа. О! Все ходят, запинаются об нее. Всем похуй. Так, стоп. А, здесь вот, наверное, вот так вот. Все, сейчас. Типа заставка из Симса. Ага. Да. Говорит, вот так надо делать. Водой. Так. Мне кажется, это... Какая она опасная. Я бы не стал, конечно, с ней связываться. Она же кусанет. На лицо набросится, как этот. Ну, хэдкраб. Чужой хэдкраб. Да-да-да-да-да. Так, все? Лицехват. Очень рада вас снова видеть. Окей. Давай, что ты нам расскажешь? Все ваши задачи выполнены, профессор. Рада это слышать. И профессор Уизли тоже будет рада. Я обязательно сообщу. Мы, правда, не спим немножко. Спасибо, профессор. Профессор Геккет сказала, что обучила вас Левиоса. Думаю, вы готовы к освоению более сложной версии заклинания левитации. Заклинание Вингардиум Левиоса требует некоторой сосредоточенности и плавных, грациозных движений палочкой. Давайте попробуйте. Придерживайтесь правильной техники Левиоса. И сможете поднимать валуны, будто веточки чахотника. Веточки чахотника? Ладно. Ну, допустим. Так, все что ли, и чё? Все. Так, с помощью вентиляционных чар Вингар можно поднимать и перемещать, контролировать. А, ну вот, их перемещать. ФВК... Что это за управление? ФВКУЕ? Это как вообще? Это потому что тебе еще ходить надо. О, господи, ФВКУЕ. Угу. Не очень понятно, зачем это надо, потому что все-таки можно было управлять, наверное, мышкой. Так, подожди. Она вон слева снизу. У нас так-то немного осталось, и у нас остались еще запреты. А где Вингардиум? Да вот слева снизу. А, вот Вингардиум. Так, ну давай, допустим, Вингардиум, оно считается каким? Оно считается стрёмным? Я не знаю, потом еще поправишь это все. Подожди, не понял. Это... Я понял, это да, это глубина ФВ. Типа я же не могу, я мышкой могу влево, вправо, вверх, вниз, а на глубину-то я как буду? Какую-то да что такое? Ё-моё. Ну ладно. А на ё у меня стоит этот. Ну типа поворачивать буду в одну сторону. Ёкарный бабай. Ну ладно, я понял прикол. Прикол я понял, типа. Угу. Хорошо, теперь у нас есть Вингардиум Левиоса. Слушай, а давай посмотрим. Зелье Максима? Чего? Просто так валялось, что ли? Ну.
Подожди. Нет, там ничего нет. Ладно. Давай в таланты зайдем. А, ну давай. Таланты. Мы хотели по темным искусствам еще прокачиваться. Это что у нас? При использовании конфлигу выпускать небольшие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов, в смысле. О, неплохо. А, типа еще. Да, а, давай. Это надо брать. Слишком сильно. Звучит. Хорошо. Так, темное искусство. А что тут вот прокачивать? Что, давай что-нибудь хоть уже качнем, ну. Эффект проклятия сохраняется на враге значительно дольше. Так... А что вы там вот слева наверху череп, который это уже будет Аватар Кедавра? Так это чушь какая-то, столбеней. Это все ерунда. Но это неплохо. Да ерунда это все. Нанесение урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Так у меня максимум одна проклятая цель. Мне надо для этого кучу проклятых целей делать. А у меня пока проклинающее заклятие только Экспелиармус, который... Ой, да, нет. Экспелиармус, Экспелиармус это палочку забирает он. Выбивает из рук. Короче, важно. Ё-моё. Эффект вашего исцеления усиливает. Дольше оглушённая. Ага. Ага. Ну, Спартега, кстати, вроде неплохо. Ну, нужно, кстати, усиление этих рябиновых отваров сделать. А, кстати, можно вот это сделать. Да, давай. Типа, меня не видят почти. Так, а чё у чайка? А, тут тогда тоже что-то. Зелье Эдурус, чё? Чего? Ну так вот, он же завис. После каждой брошенной на китайской капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Допустим. Скрывающий эффект зелья невидимости длится, ну понятно. Зелье максимум повышает урон атак. Угу. А, короче, она зелье прокачивает. И вот травологию как раз. Да, ну ладно, это понятно. Ну, скрытость можно? Ну, нет, давай. Во-первых, рябиновый отвар, чтобы действовал тогда нормально. Угу. Оставим 2 очка на будущие таланты. Там не вижу смысла. Все, хотя бы один рябиновый отвар пьешь, и практически все вылечиваешь. А что тут, кстати? Да, что у нас вообще происходит? Испытание. О, метла какая-то. Давай. Новая метелка. Там костюм был внизу. Не было там, я вот уже забрал вот его, а этот всё. Не открыт. Все, ладно. Доспехи истребителя пауков. Мы не будем в этом бегать. Довольная. Форма констебля. Хм, забавно. О. Угу. Так, тут все, да? Подожди. Что-то еще где-то было. В смысле, там коллекции? Серьезно, что ли? Что? Серьезно? Мы не будем в этом бегать. Да нет, понятное дело, но, блин. Подожди, ну тут наряд-то классный был, кстати. Какой? А, вот этот хороший, красивый. Давай это. Ау. Не то, а танец в ночи. Подожди, а как мне? Ого. Ну, тоже неплохо выглядит. Ну, красивенько, да, согласна. Ладно, оставим это пока. А что с палочками? Давай, да, нужно менять что-то. Нет. А вот эту? Нет. Цветовой меч? Не знаю. Это странно. Это неплохо. Ладно, ставим это. Пускай будет пока это. Это что такое? Летающие верховые животные. Фига себе. Фига себе, блин. Гиппогриф. Ну так-то их немного, гиппогрифы и фестралы. По сути. Констебля. Так, ладно. Легендарный бронированный костюм. Ну в целом... Хорошо, теперь у нас какие задания остались? Так. Шарп? Ну, если... Пойти изучать Шарба Дефинда, туда мне надо зелье невидимости и грозовой напиток раздобыть. Ну, пойдемте покупать, что я могу сказать. А что интересно в зале картографии? А это по основному идти дальше. А-а-а. Так. Ну, давайте.
Это мне надо вот сюда, к Пепину. Грозовой напиток, и что там? И невидимость. Да. Ну, видимость. Либо тебе нужно их покупать, либо тебе нужны их те... ингредиенты. Ну, ингредиенты я нигде эти козявки-тролли-то найду. Ну, наверное, продаются у кого-нибудь. Ну, конечно. Столько людей тут тролли истребляют, чтобы козявки-тролли добыть. Я думаю, у тролля у большие козявки, все, надолго хватит. Да, я понял, что все, что... Дай смотреть. Вот смотри, что у него есть. Вот пятое, это не козявки тролли, случайно. Это золотоглазки. Нет. А вот козявка тролли. Я тебе говорю, монет. Похоже же. Ну да. Ну ладно, давай купим зелье невидимости просто. Мудрое решение. Благодарю. Тыщу! Ладно. Хер с тобой. Короче, может, чувак, дорого увидимся. У тебя. До свидания. Ну да, есть такое. Дорого у тебя очень. Ну на тебя нахер. Так, хорошо, испытайте его в деле. Испытайте его против врагов. Так, ладно, зелье невидимости. Ну давай сразу зелье невидимости испытаем в деле. Надо. Посмотрим, что она работает. Да, ну давай пойдем посмотрим, как она работает. Наверное, а опять что, в этот? Пойдем в карту мира. Запретный лес. Ну, можно вот с этого вот как раз открыть собирательницу пещеру. Там по-любому враги сейчас будут. Ну так-то да. Наверное, да. Правда, тут такая собирательница. Это вот уже другой вопрос. О, вот уже врагов сколько. Ого. Сразу же вот так вот. И чё, грозовой напиток? А как он работает? Оглушает. Создает вокруг выпившего бурю, которая оглушает и наносит урон врагам поблизости. А, лучше, вокруг. Лучше в процессе вальтануть. Давай. Забавно. Все, вернитесь, профессору Шарп. Ну, интересно, работает, конечно. Ай! А да, прилетело так? Больно. Ну тебя нахер. Матрях. А ты что хотел? Да блин, матрях. Подожди, а у меня конфринга есть. Так, что-то плюется мне. Ты пытаешься экспеллиармусом выбить, блин, у них? Слушай, я не знаю, может, клыки выбивают у них там. Как бы он, по сути, оружие выбирает, выбивает. Ну да, но типа обезоруживающий заклятие. Он того убей. Плюющий, совсем. Да боль! Вот так вот, понял? Прилетело. Кстати, да, у тебя же есть этот конфринга, потом инсендио, и вообще будет нормально. Сука, давай, конфринга и инсендио. Вот. Отлично. Что? Кто там протега? Кричит? Какой протега? Кто-то рядом. Напрыгай ты. Ура! Так, пойдем искать тогда. Это что? А кого ты... искать? Все, пойдем. Твоих рук дело. Это была большая ошибка, друг мой. Ушки греем. Чего? Это было сейчас. Это рядом стоят, они где-то пиздят. Должен тебя предупредить. Я не повторю ошибок своих друзей. Подожди. Ты думаешь, с тобой, что ли, кто-то разговаривает? Ну ты дурак. А, о, чувак! Нифига себе, а он откуда там вообще? Такого не было, да? Так никого не было, ты чё? Мы же не слепые. Это было, я не поняла. Давай. Слышишь, ты чё? Ты чё, завис-то тут? Что? Чего? Ладно. Окей. Я ни хрена не понял. Кто-то там не повторит ошибок своих друзей. А, он может быть, слушай, в невидимости, типа, топал здесь. А вон там что такое? Это что такое было?
Вот это у нас, вернитесь, профессор Шарп. Я понял, вот это что такое полетело, какая-то тень. Не знаю. Я уже пожалел. Кто из нас пожалеет? Все. Успокоились. Там что-то впереди. Вот это, да, вот это я и хотел посмотреть, что это такое. Это. Что это? Это вход какой-то. А, попробуй поджечь вот здесь вот костерок вон. Да иди отсюда, белка. Да не белку. У тебя открылся вход, походу. Нет? Mm. Или так огонек так поджёгся? А почему вот эти вот светятся? Не знаю. Вот еще один. Думаю, вам пора освоить отталкивающий сглаз Флипенда. Как только закончите с моими заданиями, тотчас приходите в теплицу. А, это письмо. Это было очень неожиданно. Вот это вот что такое? Боевая арена темных искусств. Сказать слонов игроков на этой боевой арене, используя непростительные заклятия Авады, Империю и Круцу, а также взрывающуюся Канфринга. Ой, на себе, ну это надо сходить. Типа это арена. Ну, я поняла. Сейчас сходим на арену, хоть посражаемся. Хоть немножко посмотрим, как... Ох ты ж нихераш себе. Ого. Ну давайте, давайте, давайте. Кто у нас? Кто у нас? Да. Так, ага, поехали. Империо! Лада Кедавра! Хрена себе, блин. Круто! Мы начали убивать людей, все. Мы точно не хорошие девочки. Интересно. А он смотри, как только перезаряжается Авада Кедавра. Я вижу. Ну, это же Авада Кедавра, что ты хотел. Ой. Сука. Она расстроилась, видал? Круцо! Империал! Ну, после Империи он, по идее, должен на других нападать, я так полагаю, да? Вот такие дамы, не бегай, как голод. Так, круто. Чтоб Боба было. Я не успокоюсь, пока ты не сдохнешь. Ой-ой-ой. Ранрак всему виной. Понятно, слушайте, это не я виноват. А сколько волн надо пройти? Пока не помрешь? Не думаю. Думаешь, здесь ограниченное? Блин, как она пафосно Авада Кедавра кидается, вообще я не могу. Ай-яй-яй. Инферналов лучше сначала хоть прочитал. Интерналов лучше сначала поджечь. Да. Я так полагаю. Вот этих вот товарищей. Да, 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 да. Но это я еще по Гарри Поттеру знаю, что они огнем уничтожаются. Круто! С какой злостью она это говорит. Так она вообще у нас творит на последнее. Используйте дуэльную комбинацию заклинаний. Да это понятно. Успешно используйте щитовые чары. Так. Щитовые чары. Интересно, ты можешь прокручивать дальше? Ой-ой-ой, это что такое? Ой-ой-ой, не умирай. Все. Нет, нет? Жив. Там какая-то фигня. Так, понятно. Что-то как-то... Ты щит-то не можешь поставить? Да это надо его... Да ёп. Ты чё все на меня-то нападают? Так, прочитай, волны закончатся в тот момент, когда ты перестанешь успевать за это время. За отведённое. Или нет? Я не понимаю. Можно мне уже эту? Кого? Так на, тебе держи. И тебе тоже. Не забывай просто собирать голубенькие, вон они у тебя есть. Не умирай.
Спасибо. Так, это ты... Что? Я сломаю твою пасть. Хватит! Взгляни-ка наверх. Ну, эта Вада, она, конечно, прям шикарно пуляет, просто. Богически, я бы сказала. С непростительными заклятиями нужно идти с зельем, которое ускоряет. Все, конечно. А что вы в шоке? А что у тебя? А, у тебя... Тебе щит надо пробить. Берем. Я пока так его замочу, он уже под империал, он ничего не делает. Ну понятно. Я сделал это. Волна завершена. Чё сейчас? Волна 4. Я тебе говорю, они будут бесконечны, пока ты успеваешь. Два врага. Во! О, я два думаю, тролля! Что... А вон Акидавра! Просто минус. Кстати, тролль. По идее, тролль не должен был умереть от Авады. Потому что империал. Существа не так просто заколдовываются. То есть на них это все слабее должно действовать. А вот на этого вообще оно не действует. А как его вот этого мочить? Жди Аваду Кедавру. Да, тут только Аваду Кедавру ждать. Ну, можно крутцо попробовать. Да, такое себе, конечно. Не работает крутцо. Только Аваду Кедавру ждать, понятно. Врагов более высокого уровня, чем вы, будет труднее победить, тебе написали. Ого! Ого! Ой-ой-ой! Не, ну тут использовал столбини, использовал дальнюю комбинацию, победил врага с использованием китайской жующей капусты. Кинь в него капусту! Ты помнишь, как это делать? Да нету здесь капусты. А. Здесь же только эти заклинания. Видимо, потом тебе разрешат, видимо, свое выстраивать, чтобы ты мог тренироваться. Почти! Беги! Ого! Ого! Кидаешься, нифига ты с этим. Пошел. Да иди ты нахуй. Все, стой. Ладно, пока тупить. Авада практически готова. Хотя, возможно, что иксом ты тоже его вольтанешь. Ну давай, Авада, кидам. Все, нет, давай. Еще пока. Нет, еще пока не готова. Нет. Авада, кидам! Покойся с миром, мой огромный друг. О, типути. Финальная. Финальная. Все, нет, отлично. Все-таки финалка есть. Хорошо. О, Вада Кедавра. А, у тебя перезаряжается в начале волны? Да. Да вы ёбывались. Вот это жестоко, мне кажется, вот так вот избивать человека. И столько субтитров там внизу. Так все что-то говорят, блин. Да, жесть. Пипец. Давай, давай. Летит вообще все, что только можно. Выбивай с них голубенькие штучки, собирай. У тебя будут иксы, тебе будет проще. Вот голубенькая. Так ты там за меня, да? Ты вообще игнорируешь голубенькие штучки. Да я их не игнорирую, мне просто некогда за ними бегать. Летает-то пипец сколько всего. Но заклинания за заклинаниями друг дружку. Знаешь, как это опасно? Знаешь, как волшебники? Да господи, прилетает, что только можно, все подряд. Зелье придется делать новые. Ай-яй-яй. Сейчас две штуки осталось. Вот этого, под империал. Блин. Неплохо. Блин, а что еще какие-то новые появились? В смысле 10 из 16? Это как? Как так вообще произошло такое, я не поняла. У тебя Империо появился, Икс появился. Что твоих приказаний? А я прыгну. Голубенькие слева-справа, если они... Ну, они уже все. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, последнее. Последнее.
Но если у тебя вдруг не нарисуются еще лишние враги, то у тебя 3 штуки осталось, не так уж и много. Вот. Опять прилетело где-то. Господи, боже ж ты мой. Ты, кстати, ведь можешь телепортироваться как-то там, помнишь? А, кстати, да. Вот. Смутперю. Все. Все. Этот стоит, тупит. Жесть. Это просто месиво, я бы сказала. Выглядит больно. Круцо, кстати, не убивает. Круцо — это очень болезненно. Ну, переть, наверное, можно от болевого шока, но очень мало количества людей на самом деле. Видишь, Круцо не убивает. Нельзя умереть от... А нет, можно. Победа. Ну, вернуться. Да, это было неплохо. Да. Непростительные заклинания, немножко прям посмотрели. Супер. Наконец-то хоть чуть-чуть до них добрались, хотя бы в таком формате уже неплохо. Но будет классно, когда нам дадут их... Нам же дадут? Да, нам дадут их. Надеюсь на это. Должны, по крайней мере, дать. А да, это все. Да? А теперь все. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.